вечер, дорогие телезрители. В эфире 5 канала «Час о важном», в студии Анастасия Мосина. И наша сегодняшняя программа будет посвящена теме ЖКХ. В хитростях жилищно-коммунального законодательства мы попробуем разобраться вместе с заместителем директора по производству группы компаний КЖС-1, Жилфонд, Жилкомплекс Олегом Тихоновым и заместителем директора по экономике и финансам Александрой Мысливчик. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Васильевич, мне интересно ваше экспертное мнение. Почему нормативы и тарифы не меняются, а суммы в квитанциях растут? Мы знаем, что с января этого года вступили в силу изменения в законодательство в части начислений за общедомовые нужды. Не с этим ли это связано? Ну, на самом деле, с 1 января 2017 года на основании постановления правительства 1498 внесены изменения, которые касаются изменение схемы начисления платы за коммунальные услуги, которые используются на общедомовые нужды. В частности, это услуги по электроснабжению мест общего пользования, водоснабжение, как холодное, так и горячее. Планируется, что с 1 июня будут введены нормативы потребления и на канализацию. В связи с этим произошло изменение. То есть, как бы в квитанции за жилищную услугу добавились несколько строк. Существенно выросла цена? Ну, как сказать, существенно? У некоторых существенно, у некоторых все зависит от площади, которая приходится непосредственно на каждую квартиру. То есть она привязана к площади. Хорошо, получается, что теперь плату за общедомовые нужды, да, это горячая вода, холодное, электроснабжение, начисляют не ресурсно-снабжающие организации, а управляющие. Правильно я понимаю? Это зависит от того, то есть, как составлены договорные отношения. То есть в городе Канске применяется схема, что ресурсоснабжающая организация денежные средства за коммунальные услуги собирает на сегодняшний день на свой расчетный счет. Но, как правило, начисление за коммунальные услуги осуществляет управляющая компания. Александра Ивановна, тогда вопрос к вам. Насколько это целесообразно и почему возникла такая необходимость? Ну, давайте начнем с того, что это в первую очередь не необходимость, а соблюдение норм действующего законодательства, утвержденных постановлением правительства 1498, про которое уже правильно сказала Олег Васильевич, с января этого года. Угу. То есть, как таковое, общедомовые нужды, как мы понимали это ранее, с 1 января этого года такого понятия нет. Сейчас это коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. И мы, как управляющая компания, да и все жители этого города, обязаны соблюдать действующее законодательство в плане начисления и оплаты коммунальных ресурсов. И все-таки вот в квитанциях ваших, да, жителей домов, которые вы обслуживаете, существенно ли выросла цена? Ну, надо понимать, что ранее это плата за коммунальную услугу присутствовала в квитанции за сам коммунальный ресурс. А если сейчас у нас добавилось, соответственно, в квитанциях за сам коммунальный ресурс эти суммы должны исчезнуть. Но здесь опять же мы с вами должны не забывать о том, что в частности в наших домах, которые находятся в управлении нашей организации, это поставщики теплоснабжения за рельсовой части города, и там жители никогда не платили 100%. То есть возникала некая разница, которую потом возмещалась за счет средств федерального бюджета. Соответственно, вот весь ОДН, как мы его ранее называли, который входил в расчет размера платы, сейчас он туда не входит. Сейчас он весь предъявляется жителям по 100% тарифам. Поэтому жители центральной части города, возможно, не заметили этой разницы. А вот жители зарельсовой части города, где тарифы за отопление существенные разы отличаются от жителей центральной части города, они увидели разницу эту ощутимо. А почему эти счета выставляются не по показаниям общедомовых приборов учета, а по нормативам, тарифам? Кто эти нормативы разрабатывал, кто их утверждал? Вот смотрите, нормативы, которые будут далее использоваться для расчета коммунального ресурса на общедомовые нужды, про которые мы сейчас говорим, они будут утверждаться с 1 июня 2017 года. Будут утверждаться и разрабатываться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и далее утверждаться постановлением правительства Красноярского края. Но покуда на сегодняшний день эти нормативы не утверждены в той части, о которой мы сейчас с вами говорим, о которой... В законодательстве сказано, что используются нормативы потребления тех коммунальных услуг, которые были утверждены на 1 ноября 2016 года.
Эти нормативы разрабатывались и утверждались также Министерством строительства и ЖКХ, правительством Красноярского края в соответствии с нормами 306 постановления. Давайте приведем пример. Да, вот житель обыкновенной там, двухкомнатной квартиры, да, сколько он платит за общедомовые нужды? Ну, смотрите, двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме будет всегда платить меньше, чем двухкомнатная квартира, грубо говоря, в двухэтажке. Это нужно принимать в расчет непосредственно общую площадь мест общего пользования. Если в двухэтажке, соответственно, там площадь меньше, соответственно, они платить будут меньше. В пятиэтажном же доме, как правило, это берется еще и подвальное помещение, лестничные клетки, тамбура, холлы, если где-то есть. То есть от этого будет все зависеть. Опять же, нужно учесть, что площадь для расчета электроэнергии и для расчета холодного водоснабжения, горячего водоотведения, как планируется, она разная. Площадь по электроэнергии больше на сегодняшний день по действующему законодательству. Она включает в себя площадь чердачных помещений и подвальных, дополнительно к площади мест общего пользования для холодного водоснабжения. И я бы еще хотел добавить, что вот те нормативы потребления на общедомовые нужды, которые были утверждены до 1 ноября 2016 года, да, не факт, что эти же нормативы останутся и с 1 июля. Возможно, будет увеличение, возможно, будет уменьшение. То есть тут ждать осталось недолго, посмотрим сейчас. Ну а вы прогнозируете все-таки увеличение или уменьшение? Мы думаем, что будет все-таки в какую-то сторону увеличение. Угу. Пока это не можете сказать, да, насколько они увеличатся. Да. Угу. Сейчас Олег идет процесс как бы сбора информации, то есть вот управление ЖКХ в городе Канске как бы собирает сейчас всю информацию, я так понимаю, для министерства готовит, то есть собирает все площадя по каждому дому. То есть мы эту информацию уже предоставили. То есть как только эта вся информация будет собрана, будут рассчитаны нормативы на каждый вид, и, ну, соответственно, после этого будет все это утверждено. Эту информацию вы уже как-то доводили до жителей домов, которые вы обслуживаете? Вот есть ли понимание? Ситуация какая? Как мы можем довести до жителей проект какого-то законодательства? Мы можем довести только то, что когда это утвердят. Когда это по факту да, будет принято. Да. Те изменения, которые вступили с 1 января 2017 года, мы, соответственно, в январской квитанции жителям эту всю информацию донесли в виде отдельной листка информационного. То есть квитанции были как бы все это предоставлены. Олег Васильевич, Александра Ивановна, с начала текущей недели мы принимали вопросы от наших телезрителей, и если позволите, я зачитаю некоторые из них. В 2016 году, интересуется Надежда Николаевна Пташинская, на отопление применялся коэффициент. В этом году его отменили. Выходит, что начисляли незаконно. Энергетики обязаны были вернуть населению деньги. Так ли это, спрашивает женщина, и всем ли жителям обслуживаемого вами сектора был сделан перерасчет? Ну, я отвечу на этот вопрос. Значит, на основании действующего законодательства все многоквартирные дома, в которых присутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета, должен применяться коэффициент при отсутствии этого прибора. То есть если управляющая компания и собственники в ресурсоснабжающую организацию предоставили акт об отсутствии технической возможности установки общедомового прибора учета на коммунальный ресурс, соответственно, энергетиков нет основания начислять коэффициент. Если такого акта нет, соответственно, энергетики коэффициент предъявляют. По нашей организации мы еще ранее давно уже были эти акты значит, подготовлены, предоставлены в ресурсоснабжающую организацию, то есть по нашим жилым домам коэффициент такой не начислялся. То есть мы, соответственно, перерасчет никого не делали. То есть своевременно позаботились о жителях, о ситуации с ресурсоснабжающими организациями. И еще вопрос. Галина Николаевна Дядечкина спрашивает. В июле 2015 года я поставила индивидуальные приборы учета на воду. С сентября оплата увеличилась вдвое. 211 рублей за кубометр горячей воды. Так женщина платила 4 месяца. И с января вновь в квитанциях 141 рубль за кубометр. С чем это связано? Жительница как раз обслуживаемых вами домов. Ну, если эта жительница проживает в доме, который находится в управлении нашей организации, здесь ситуация какова? То есть, как уже до этого говорили, там жители платят не 100%. И согласно 400-го постановления правительства Российской Федерации, там существует расчет
размера разницы выпадающих доходов, именно субсидий, компенсации, которую на каждую квартиру рассчитывается по-своему. То есть принцип един, но у каждой квартиры расчет разный. И он зависит от набора и объема коммунальных услуг, которые предъявлялись в декабре предыдущего года. Скорее всего, вот как я понимаю, просто перед глазами у меня нет квитанции, да, я не могу с точностью сказать, что за ситуация. Я понимаю так, что, скорее всего, в декабре 2014 года, который использовался как базовый период для расчета всего коммунального платы за все коммунальные ресурсы в 2015 году, у Галины Николаевны отсутствовал объем потребления. То есть у нее не стоял индивидуальный прибор учета, использовался норматив для расчета. И, скорее всего, у нее не было прописанных жильцов. Поэтому в декабре 2014 года базовый период по горячему водоснабжению равнялся нулю. Когда она в июле поставила прибор учета, и с сентября 2015 года уже пошел расчет комплекса коммунальных услуг, у нее получилась ситуация, что весь объем, который она передавала по горячему водоснабжению, он в расчете предельного индекса не участвовал. Он шел далее по начислению, как она передавала, но по 100% тарифам. Соответственно, она эту разницу заметила и ощутила. Потом, в декабре 2015, у нее уже опять сформировался ее набор коммунальных услуг при расчете за 2016 год. И у нее начисление изменилось. Но в любом случае здесь нужно сказать о том, что уровень размера платы в каждом периоде 2016 года по сравнению с декабрем 2015 у нее не повышался. То есть всего комплекса коммунальных услуг, а не какой-то услуги единично. Это не единственный был вопрос. Очень многие жители звонили и говорили о том, что мы поставили приборы учета и платить стали больше. Правильно. Та же такая история. Же самая ситуация. И платить стали больше, в частности, предположим, за отопление. Даже если у них был базовый период, предположим, там житель потребил воды, проживал один человек. Предположим, было горячей воды 4 кубометра по нормативу. А сейчас она передает кубометр. То есть весь период, допустим, 2016 года она передает кубометр. Ситуация получается какая? В декабре месяце жительница за весь комплекс коммунальных услуг заплатила 5000 рублей, грубо говоря. Сейчас она уменьшила свой размер платы по холодной воде либо горячей воде, у нее стало вместо 4 кубов кубометр, плата за отопление выросла, потому что в любом случае эта разница в расчете не учитывается. Ну, это очень интересная, да. Кстати говоря, история. Вот, то есть так жителям зарельсовой части города невыгодно ставить приборы учета, индивидуальные приборы учета. Их нужно было поставить очень давно, в 2012 году, когда вступил в силу закон об энергосбережении. Вот тогда им было это все выгодно. А сейчас... А общедомовые приборы учета? Их выгодно иметь? Ну, смотрите, что такое, я отвечу, что такое общедомовый прибор учета? Это прибор, который считает сам коммунальный ресурс. И прибор учета никогда не будет экономить. Он считает, его предназначение считать непосредственно объем коммунального ресурса. И сам прибор, если вы, собственники, как бы хотят, чтобы была экономия, то есть его нужно доукомплектовать аппаратурой, которая бы автоматически регулировала бы подачу температуры, грубо говоря, теплоносителя по отношению к температуре уличного воздуха. Угу. А то сами вот... жители не могут регулировать? Ну, то есть как-то обратиться в управляющую компанию, сказать, что у нас там жарко в квартире. Как вы себе это представляете? Вы будете с утра приходить закрывать задвижку, а вечером приходить открывать или как? То есть на это нужен специальный человек, который будет заниматься именно вот этой работой. Ну, вы в зависимости от погодных условий все равно ведь, наверное, как-то регулируете или нет? По обращениям жителям, буквально вот вчера у меня были на приеме жители, значит, они попросили убавить им подачу тепловой энергии. Мы, соответственно, им вчера убавили. Ну, посмотрим, сейчас вот погода сменится, что будет у них. Будем опять открывать. А на квитанциях, на суммах квитанциях это отразится? Ну, если прибор учета стоит, соответственно, тогда эта экономия будет. Если прибора учета нет, то жители будут платить по нормативу. И, к слову, об индивидуальных приборах учета. Я знаю, что там применяются, если прибор учета отсутствует, применяются штрафные санкции. Расскажите подробнее, как эта система действует. Ну, на основании действующего законодательства собственники жилых помещений обязаны иметь индивидуальные приборы учета. При отсутствии индивидуальных приборов учета применяется повышающий коэффициент. До 1 января 2017 года этот коэффициент был 1,4, с 1 января 2017 года повышающий коэффициент 1,5. С 1 июля 2017 года он будет 1,6. То есть собственникам жилых помещений на сегодняшний день выгодно установить индивидуальные приборы учета. По крайней мере, они им не будет применяться вот этот повышающий коэффициент.
И вопрос от телезрителей. Вот в сентябре 2016 года пишет нам Галина Николаевна. Женщина не подала показания индивидуальных приборов учета своих счетчиков, которые стоят у нее в квартире. А сумма пришла та же. Законно ли это? Так ли должно было быть? Ну вот опять же возвращаемся к самым первым вопросам, которые мы обсуждали. То есть, соответственно, если человек не передает показания прибора учета, у него потребление становится меньше, а уровень роста размера платы тот же, поскольку человек оплачивает не 100%, а с учетом субсидий. Угу. У него, соответственно, вырастает плата за отопление. Какой процент жителей вашего сектора имеют индивидуальные приборы учета? Ну, на сегодняшний день порядка 80-85% жилых помещений имеют индивидуальные приборы учета. Все остальные попадают в группу риска, им будет вот этот... Начисляться повышающий коэффициент. Жители интересуются, почему правительством по всей России установлен коэффициент не более 4%, а в Красноярском крае 6,7%. Но опять же нужно сказать о том, что это не коэффициент роста, это предельный индекс роста, предельно возможный индекс роста размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года, который в городе Канске будет составлять 6,2%, а на других территориях Красноярского края 3,9%. Это в первую очередь связано с численностью населения, то есть, которое используется при расчете индекса. У нас маленький город, поэтому процент выше. Нет, у нас, наоборот, больше людей, которые платят по индексу. Вот так. То есть больше людей, которые платят не 100%. А в других городах нет. В других городах, получается, этот уровень намного ниже. Причем в разы ниже, чем в нашем городе. И в завершение хотелось бы спросить, чего ждать жителям многоквартирных домов? Когда наступит очередное повышение тарифов, насколько он повысится, на какие услуги? В 2017 году очередное повышение цен у нас планируется с 1 июня. Ля. То есть это повысится, значит, тарифы на электрическую энергию, тарифы на холодную воду, канализацию и отопление. То есть очередное повышение у нас будет с 1 июля. На сколько? На 6,2%, не выше. Но опять же, это надо понимать, что это суммарная величина. То есть, а если брать по отдельности каждую коммунальную услугу, там процент у каждого свой. Рост разный. Но суммарно не будет превышать плата за коммунальные услуги 6,2%. А сколько раз в год тарифы повышаются? Все-таки, мне кажется, они должны повышаться не больше одного раза в год. А мы уже насчитываем два раза в год. Ну, в январе были изменения в законодательстве. Сейчас тарифы же не повышались. Тарифы повышаются один раз в год. Спасибо большое за ответ. Дорогие телезрители, мы вынуждены прерваться на непродолжительную рекламу, после которой вернемся в студию и продолжим разговор. Любимые семечки от Мартина. Всегда высокое качество. Успей в квадрат. Лучшие кухни года. 3D-акрил и глянец каменной столешницы. Запишись на замер. 4-11-44. 40 лет октября 38. Лучшие кухни года. В эфире Пятого канала «Час о важном», в студии Анастасия Мосина. И я напомню, что сегодняшняя программа посвящена теме ЖКХ. Сегодня у нас в гостях заместитель директора по производству группы компаний КЖС-1, жилфонд и жилкомплекс Олег Тихонов и заместитель директора по экономике и финансам Александра Мысливчик. Вы обслуживаете почти всю зарельсовую часть города. В вашем управлении 155 домов. И нужно отметить, это самый проблемный сектор. Одна из самых острых тем обсуждалась не так давно на публичных слушаниях. Это тема отопления. Жители зарельсовой части, абоненты Гортепло и Теплосбытсервис за тепло платят практически в два раза больше абонентов, которые питаются от Канской ТЭЦ. Ваше мнение, целесообразно ли переподключение к Канской ТЭЦ и в нынешней схеме теплоснабжения Канска нужно ли делать изменения в этой части? Ну, я отвечу на этот вопрос. Если брать в расчет непосредственно как бы эксплуатацию жилых домов, то да, действительно, на сегодняшний день существует некоторая проблема в плане теплоснабжения домов. В частности, это как и температура, и давление.
У ТЭЦ намного больше качество теплоносителя, соответственно, тоже лучше. Если брать, опять же, ту же оплату для жителей, да, действительно, то есть сегодня существующий тариф на ТЭЦ, он намного ниже. Но говорить о том, что после того, как будет произведена реконструкция и зарельсовая сторона будет переподключена на ТЭЦ, генерация Теплосбытсервис. Канская ТЭЦ, да. То есть никто же не гарантирует о том, что тариф этот же и останется. Поэтому... Прогнозировать сложно, да? У вас, как у жилищников, нет уверенности? У нас нету, что изменятся тарифы. Нужно понимать, что организация будет вкладывать свои средства, инвестировать, что им эти деньги нужно будет все равно в любом случае получать. Поэтому, если останется действующий тариф, то да, мы двумя руками за. А вы как-то на эту тему общаетесь с вашими жителями? Потому что вот есть вопрос, Мария Васильевна спрашивает, почему не оповестили жителей о собрании, о публичных слушаниях? Вы как управляющая компания за переподключение или против? То есть, ну, конкретный вопрос такой. Собрание и публичные слушания у нас проводила администрация города. Говорить о том, что никто никого не оповещал, это маленько не так. Информация была доступно, то есть все желающие могли присутствовать. Но я думаю, это не последнее публичное слушание будет, я так думаю, еще, потому что до конца вопрос все равно не решен. Ну, жителям, если они интересуются этим вопросом, нужно смотреть средства массовой информации, опять же, по дальнейшим публичным слушаниям и следить за ситуацией. Людей волнует не только завышенные тарифы, но и качество горячей воды. Надзорными органами было доказано, что горячая вода в вашем районе, она не соответствует норме. В чем причина? Ну, мое мнение, что причина только в одном. Это изношенность сетей и оборудования. Не секрет, что ТЭЦ старая, сети старые. То есть долгое время, значит, сети не ремонтировались и должным образом не эксплуатировались. Я не беру в расчет тепломагистраль, которая по улице Эдемана, она в 2012 году была заменена, а остальное все оборудование, насколько мне известно, то есть должным образом не ремонтируется и не эксплуатируется. То есть я так думаю, что основная причина это только в этом. Ржавая, грязная вода, она и на улице Эдемана к нам обращаются жители, то есть... Ну, надо понимать, что улица Эдемана у нас отапливается от бойлерной, которая находится во дворе жилого дома Эдемана 24, и бойлерную самого никто не ремонтировал, меняли только сеть. А оборудование на бойлерное уже довольно-таки изношено. Еще вопрос, касающийся темы отопления, тоже от наших телезрителей. Нужно сказать, что это одна из самых популярных тем среди дозвонившихся. Жители 4-го военного городка задают вопрос. Одна котельная, а цена на одну гигакалорию по всем домам разная. Почему? Вот смотрите, ситуация как раз же о том, о чем мы говорили с вами ранее. Угу. У жителей платят не 100%. Соответственно, цена за гигакалорию, тариф, он единый, он утвержден РЭКом Красноярского края. Но для каждой квартиры и в расчете на квадратный метр каждой квартиры он разный. Действует субсидия. Да, действует субсидия. И в каждой квартире эта субсидия разная. Здесь нет такого, что одинаковые условия, в каждой квартире было бы все одинаково. На сегодняшний день такой порядок утвержден законодательством. Для расчета субсидий на каждую квартиру. Я задам вопрос, сбитый, может быть, но я, честно говоря, сама не до конца понимаю, почему так происходит. Почему мы платим за полный месяц, май-сентябрь, за отопление, да? Хотя отопление отключается в середине месяца. Особенно мне непонятно, почему такая схема действует на дома, распространяется на дома, где есть общий домовой прибор учета. Ну, я отвечу на вопрос. Значит, смотрите, норматив потребления ресурса коммунального на отопление рассчитывался, исходя из 9 полных месяцев. То есть это у нас с 1 сентября по 31 мая. Потому и плата предъявляется непосредственно 9 месяцев. Хотя фактически отопление могут дать как 15 сентября, 20 сентября, соответственно, и закрыть 10-20 мая. Здесь нужно будет смотреть по погоде. То есть там же есть определенные требования, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней определенная, тогда как бы идет уже с начала отопительного сезона, либо прекращение отопительного сезона. Ну, то есть мы уже сказали, да, что общедомовые приборы учета тоже сильно никто не регулирует, поэтому
Вопрос был, поправлю маленечко, про показания по отоплению общедомовых приборов учета. Когда существует введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета по отоплению, то расчет, вот, по крайней мере, наша управляющая организация, производит по факту потребленного теплоснабжения. Ну вот в домах за рельсовой части города еще и в этот период нет горячей воды, да, то есть летом нет горячей воды. А все ли законно и все ли верно в этот период? Ну, смотрите, действующая котельная, я имею в виду бывшая ТЭЦ БХЗ, строилась из расчета потребностей непосредственно самого биохимического завода. И то есть те котлы, которые установлены в настоящий момент на ТЭЦ, они имеют очень большую мощность. Основной потребитель тепловой энергии, когда работал биохимический завод, это было производство. А остатки тепловой энергии непосредственно использовались уже на отопление микрорайона. То есть на сегодняшний день производства не существует, а котельное оборудование осталось на прежнем уровне. Соответственно, то есть тот объем тепловой энергии, который необходим на производство горячей воды в летний период, оно очень избыточно. Поэтому на сегодняшний день у ресурсоснабжающей организации нет технической возможности как бы осуществлять подачу тепловой, горячей воды в летний период. Ну, насколько у меня информация есть, в этот лето они планируют какой-то период все-таки подавать горячую воду. Но я не готов сейчас сказать, будет ли это на 100% и весь ли все лето будет ли горячая вода. Но то, что они планируют, это так. Я позволю себе вернуться к теме, да. Если мы говорим, что теплоноситель изношен, качество воды плохое, качество тепла плохое. Ну да, возможно, тариф изменится, если переподключиться к Канской ТЭЦ, но, по крайней мере, качество улучшится? Качество, да, однозначно улучшится. И, насколько вот у меня информация, тот теплоноситель, который подавался в этот отопительный сезон, был признан непригодным к потреблению, и, по-моему, 2 месяца ресурсоснабжающая организация сделала все-таки жителям перерасчет по горячей воде непосредственно, то есть они уменьшили им плату. Олег Васильевич, Александра Ивановна, еще пару частных вопросов от наших телезрителей. Поселок Строителей 62, 63, 64 и 66. Жители этих домов задают вопрос. Мусорка на конечке не убирается. Рядом с контейнером мусора нет. Ну, я отвечу на этот вопрос. Действительно, есть такая проблема. Контейнерная площадка находится вблизи дачного массива. И основной мусор, который там скапливается, мы так подразумеваем, что это все-таки собственники частных дачных участков туда непосредственно его свозят. И еще жители этих же домов спрашивают, в подъездах нет ремонта уже долгие годы. Ссылаются на задержки по оплате коммунальных услуг. Ну, смотрите, по поселку Строителей буквально вот в апреле месяце на одном из домов, в частности, поселок Строителей 2, текущий ремонт подъездов, мы приступили. А если жители остальных домов, их интересует, когда будет в их доме непосредственно произведен ремонт, то есть они могут обратиться в нашу управляющую компанию, где им предоставят график проведения этих ремонтов, то есть жители будут достоверно знать, когда же все-таки в их подъездах будет ремонт. Скажите, от чего зависит, тоже жители интересуются, наличие дворника, наличие технички? Потому что жители некоторых домов говорят, что в их домах вообще не убирают. Ну, может ли быть такое? Чтобы вообще не убирали, такого нет. Возможно, я так думаю, что можно, где-то, может быть, есть какие-то перебои. Ну, надо в каждом случае разбираться, но вот, по крайней мере, у нас такого, чтобы там вообще не было ни технички, ни дворников. Если это предусмотрено тарифом, такого нет. Есть дома у нас, где тариф не подразумевает наличие технички и дворники. Такие дома есть. Еще вопрос от телезрителей. Почему стоимость обработки квитанции ЖЭК по оплате на почте за одну квитанцию берут 49 рублей, а водоканал квитанция стоит 10 рублей? Ну, это все зависит от аппетитов кредитных организаций, которые осуществляют прием платежей. То есть есть организации, которые с жителей вообще не берут ни копейки, а есть те, которые берут комиссию за прием платежей. То есть это зависит от того уже непосредственно от кредитной организации, кто где оплачивает. У нас в управляющей компании, по крайней мере, у нас в офисе жители оплачивают без комиссии.
Жители также интересуются, почему плата за домофон отдельный, в отдельной квитанции. Почему бы ее не включить в квитанцию за коммунальные услуги, жилищную услугу? Ну, по нашей управляющей компании плата за обслуживание домофона в нашей же квитанции. Насколько я знаю, по другим организациям, то есть организации, у которых оплата за обслуживание домофона по отдельной квитанции, потому что у них обслуживанием домофона занимается другая организация, сторонняя. Что входит в обслуживание? Входит поддержание этого оборудования в рабочем состоянии. То есть, если собственники на общем собрании принимают решение о том, что затраты по обслуживанию домофона включить непосредственно в жилищную услугу, тогда там сразу все это учитывается. То есть там жилищная услуга выше, а она вот те... На 40 рублей, да, на 50 рублей. 40 на 50 рублей она дороже. Если собственники не принимают такого решения, тогда это у нас идет отдельной строкой. Потому, объясню, почему так. Домофон – это буквально вот здесь вот у нас в последнее время то есть как бы оборудование появилось. То есть изначально при сдаче дома в эксплуатацию этого оборудования не было. Соответственно, оно никогда не входило в состав общего имущества. Сейчас собственники принимают решение, устанавливают это оборудование, соответственно, состав общего имущества увеличивается. То есть либо надо принимать решение, что эти затраты по содержанию этого дополнительного имущества входят у нас в тариф на жилищную услугу, если нет, значит, тогда это отдельной строкой. Если входит в этой ситуации, кто обслуживает домофон? Ваши специалисты? Управляющая компания. То есть у нас есть дома, где у нас затраты по обслуживанию домофона входят в состав платы за жилищную услугу. И есть дома, где обслуживание домофона отдельной строкой в нашей же квитанции. Нужно сказать, что сознательность жителей растет, и они все больше и больше хотят принимать участие в обслуживании своих домов. То ли это связано с ростом тарифов, то ли с многочисленными программами, которые принуждают их брать на себя обязанности по содержанию своих домов. Вот как вы считаете, с чем это связано? Ну, мое мнение таково, что у наших собственников все-таки возникает больше осознание того, что они собственники. Что все, что в доме находится, это принадлежит им. В частности, по местам общего пользования, подъезды, подвалы, чердаки, кровля. То есть люди понимают, что это их собственность. И от того, насколько больше они будут принимать участие в содержании этого имущества, от того будет зависеть, соответственно, состояние их собственности в целом. Качество их жизни, опять же, уровня жизни. Давайте тогда затронем такую очень волнующую наших жителей тему. Это тема капитального ремонта. Вот в этой части, как у вас обстоит ситуация? То есть, когда первые дома начнут ремонтировать в зарельсовой части? Ну, капитальный ремонт в 2017 году у нас уже идет. В частности, это вот мелькомбината 21 на сегодняшний день. Подрядная организация осуществляет капитальный ремонт кровли. Планируется еще несколько домов в 2017 году по нашему жилому фонду произвести капитальный ремонт. То есть где-то крыша, где-то внутридомовые инженерные сети. А вообще мне бы хотелось как бы обратиться к жителям о том, что нужно брать инициативу на себя и самим заниматься капитальным ремонтом. То есть не ждать, пока кто-то за них примет решение. На сегодняшний день большинство жителей города Канска производит оплату за капитальный ремонт непосредственно в фонд регионального оператора. И решение о том, на что использовать эти средства, какой вид работ сделать и в какие сроки, принимает непосредственно региональный оператор. В случае... Администрация города, да? Ну, больше, скорее всего, оператор. Он, конечно, прислушивается к мнению управляющей компании, к мнению администрации субъекта Российской Федерации, но основное решение все-таки принимает непосредственно региональный оператор. Собственникам нужно принимать решение, брать инициативу в свои руки, значит, менять схему сбора, значит, денежных средств на проведение. Как это сделать? Сделать, согласно действующего законодательства, то есть общее собрание собственников принимает решение о смене способа формирования денежных средств на капитальный ремонт на спецсчет. Значит, собираем пакет документов, отвозим в Красноярск фонд регионального оператора, значит, там проверяют, выдают заключение. То есть если все правильно и все законно, значит, соответственно, они выдают заключение о том, что через определенный промежуток времени те денежные средства, которые будут сформированы уже аккумулированы на фонде регионального оператора, поступает на спецсчет. Спецсчет открывается только в банке с госучастием. То есть это надежные банки, боятся
я думаю, что нечего. Никуда никто деньги их не денет. Опять же, нужно понимать, что банк без решения собственников денежные средства никуда не отправит, никто их не арестует. То есть все будет зависеть от того, на что собственники приняли решение потратить эти денежные средства, соответственно, тот вид работы будет выполнен. А кто будет выполнять в этом случае работы? А это будет совместное решение управляющей компании и самих же собственников. То есть будет через конкурс определен подрядчик. То есть собственники сами будут уже выбирать, кто им будет делать. Если сейчас за них это принимает решение фонд регионального оператора, кто там будет делать и на каких условиях. То есть то в случае, если они меняют схему сбора средств за капитальный ремонт, тогда они сами уже непосредственно будут принимать участие. Ну, по крайней мере, они будут... Будет учтено их мнение, что бы они хотели. То есть требуется сделать капитальный ремонт кровли. Соответственно, значит, собственники принимают решение, что в первую очередь нужно будет сделать капитальный ремонт кровли. И в отличие от общей копилки, да, в лице регионального оператора, здесь будет все прозрачно. Да, ну и опять же, смотрите, вот за счет этих же средств можно жителям так же само будет устанавливать общедомовые приборы учета, которые будут в том числе укомплектованы аппаратурой, которая будет непосредственно экономить. К вам уже обращались жители с такой инициативой или пока нет? Пока у нас только на стадии переговоров. То есть пока мы ведем переговоры, уговариваем, по некоторым домам у нас есть уже определенные наработки. То есть я думаю, что в ближайшее время мы будем все-таки выходить к собственникам с предложением уже непосредственно о смене способа формирования. Но вы большую ответственность на себя берете, да? Капитальный ремонт, мы все помним, как это было, когда он лежал на плечах управляющих компаний. Ну, мы это проходили, мы знаем, как это все делать, то есть для нас это не ново, поэтому... У вас есть соответствующие специалисты, да? Да. В этом году в Канске в рамках партийного проекта «Единая Россия» комфортная городская среда благоустроит дворы многоквартирных домов. В этом году благоустроят 50 таких придомовых территорий. Вот в Зарельсовой части города сколько территорий благоустроят? По нашим управляющим компаниям на 2017 год попали 4 дома. Николая Буды 12-16, поселок Строителей 12, Юго-Западный 5. Значит, какие работы планируется выполнить под эту программу? То есть это асфальтирование придомовой территории, установка урн и новых скамеек возле подъездов и замена светильников дворового освещения на энергоресурсосберегающие. То есть вот эти работы планируется выполнить в 2017 году. Вы также принимали участие в отборе этих домов или же администрация города по своим критериям отбирала дома? Администрация города совместно с общественным... С кураторами проекта, да, скорее всего. Да, совместно принимали решения, там бальная система. То есть каждый... Основным фактором было, что уровень оплаты. Населением. И дома отбирались согласно этого уровня. То есть те дома, у кого процент сбора коммунальных платежей очень низок, соответственно, их отодвигали в последнюю очередь. Я так понимаю, это минимальный перечень работ. Софинансирование составляет 2%. Не менее 2%. Не менее 2. То есть если собственники готовы софинансировать больше, соответственно, как бы, ну и набор работ будет совсем другой. То есть, возможно, что-то какие-то будут еще дополнительные работы сделаны. А вообще сколько домов попали в эту программу, вот именно, которые вы обслуживаете? 4. 4 в этом году. И все в этом году отмечают? В 2017 году попали 4, а остальные у нас на 2018 год. А на 2018 год сколько? Ой, там их порядка 10, наверное, 11. В преддверии летнего сезона, вот какие у вас планы на благоустройство ваших придомовых территорий? Как ваша управляющая компания, ваши три управляющие компании будут принимать участие в благоустройстве и помогать жителям облагородить их пространство? Ну, на 2017 год у нас очень обширная программа, то есть мы не стали ждать лета, мы это уже работы начали. То есть жители наших домов, они уже это видят, в частности, поселок Строителей 2. Мы уже начали, то есть уже уложили тротуарные плиты. Дальше в поселке Строителей мы уже ведем обустройство двух контейнерных площадок. Планируется за летний период еще 3 контейнерные площадки оборудовать согласно ГОСТам. То есть это бетонное основание, кирпичное ограждение, то есть все как положено. Дальше по Бородинской 35 у нас очень большая программа на 2017 год по благоустройству придомовой территории. Сейчас идет процесс изготовления ограждения, детской площадки и полностью там весь двор закрыт, чтобы не было сквозного проезда транспорта.
Ну и по остальным домам, то есть программа есть, если кому-то из жильцов интересно, пусть приходят, будем показывать. Мы открыты для общения. Инициативная группа. Пожалуйста. Жители вашего сектора, они принимали неоднократное участие и в наших конкурсах по благоустройству, да, и в конкурсах, которые проводили другие организации, и неоднократно становились победителями. На самом деле они у вас очень активны. Ну, надо сказать, что не только у нас дворы побеждали, у нас и сама управляющая компания неоднократно побеждала в номинации «Лучшая управляющая компания». Поэтому на 2017 год мы будем стараться поддерживать уровень. Стартовал двухмесячник, уже субботники проводите? Уже какие-то территории привели в порядок? Ну, объем работ большой. Говорить о том, что привели, не привели. Стараемся поддерживать то, что уже непосредственно как бы довольно-таки давно ведется. Есть, ну, можно понимать, что есть территории, которые никогда никто не убирал. То есть это брошенная территория. То есть это есть, общественные пространства, да, да, места есть, общего пользования. Есть придомовые территории, где у нас есть дворники, которые убирают. Есть дворники, те, которые убирают по муниципальному заказу, то есть это дороги. Да, а есть территории, где никто никогда не убирает. То есть их убрать через месяц будет то же самое. То есть нужно поддерживать все это. То есть вот убрали раз, и то есть ежемесячно там порядок маленько поддерживать, тогда будет как бы более-менее почище. Кстати говоря, вопрос от телезрителей. Какая территория считается придомовой, а какая уже относится к местам общего пользования? Смотрите, придомовая территория – это та, которая указана в техническом паспорте. То есть по каждому дому она своя. То есть нужно смотреть технический паспорт, а там как бы есть границы земельного участка, которые непосредственно относятся к каждому жилому дому. Исходя из этой площади, соответственно, рассчитывается тариф на уборку. Наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в студии сегодня были заместитель директора по производству группы компаний КЖС-1, жилфонд, жилкомплекс Олег Тихонов и заместитель директора по экономике и финансам Александра Мысливчик. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. В эфире была программа «Час о важном». С вами была Анастасия Мосина. До свидания.